чем их будет больше на трансляции, тем лучше настроение у стримера. И тем сильнее я вас заряжу энергией позитивной. Что? Вот я Валериан фанат, можно сказать, но как Демон ТТ везет, несмотря на то, что на остальных классах чаще нет, и он тащит обычно ТТ даже до позиции до ЕХА. Понял, не дописал. Но ты абсолютно прав. Какой танк больше зашел, поляк или немец? Сотка круче. В разы. Просто сотка сила. Поляк могила. А, мне башню притянули, понял. Неплохо. Это что? И куда это? А что это? А почему это? А как это? Понял. Понял, прога, понял. Отлично сыграно. Великолепно. Отыграл свою роль. Чё чим Нико Бильбао? Тише, тише, конь. Тише, тише, родной. Тише, тише, что ты такой агрессивный? Канидзе. Да вы что, серьезно? Еднего мней. Так. Окс. Как будто бы тут никого не должно быть. Наверное. Идеальный мув. И шикарный тайминг. Потому что что? Потому что профессионал. Вот и все. Так, ты фул КД, этот куда смотрит? Этот смотрит в другую сторону. Хорошо. Ты хочешь этого? Ты действительно этого хочешь? Главное, чтобы ФВ не было справа. Отлично. Ты тоже этого хочешь? Только не убей его, бабаха. Это мой пациент. Отлично. Да без проблем. Ты же убьешь его? Хорош. И Сим поехал. Отлично. Встречи Нико Бильбао. Семерочка, иди сюда. Ну куда ты?
Ой, ты мой хороший. Ать. Противник убит Бао. Отлично. Ну, как будто бы неплохой бой. Ну реально, это вызывается, что со мной робок выпал, очень дорого получается. Ну так не бери. Смотри, если танк дорогой, то просто берешь и не берешь этот танк. Магия! Если ты считаешь, что за эти ресурсы этот танк для тебя лично будет дорогой, значит, этот танк тебе не нужен, значит, ты ресурсы потратишь на что-то другое, значит, не бери этот танк. Изи! 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 Все очень просто. Кофейку бахни, и все. Вот я считаю, что Bugatti Chiron Supersport за сколько там, за 400 миллионов рублей, это дорого. Я считаю, что это, ну, прям супер дорого. Я не беру Bugatti Chiron Supersport. Все. Слишком много нужно отдать ресурсов за эту машину. Воу. Воу, обоёк-то. Обоёк-то неплохой. 8400 урона, 5 фрагов, 1700 ассиста. Чё, по средухе? 600. Хм. Дядя Толя, здорово. Планка неправильно показывает. Блин. Валерчик, привет. Здорово, здорово. Если брать три отметки на СУ-122В, там просто планка сейчас 6700. СУ-122В, это значит СУ-122 Валерий. Вот так. Буду ли я брать ряд... Блин, ну... Да ну, я отвлекаюсь сильно. А, буду ли я брать тут три отметки на этой ПТ? Пока не планировал. У меня нет никакого желания на ней играть. Это испорченный танк. О, это неплохо. О, раз, два, три, четыре. Пять танков на базе. Треть команды просто стоит на базе. Это правильно. О, нет. Ох, как хорошо. Какое дело? В чем ее испорченность? В разбросе после выстрела. В этом у нее бы была очень крутая фишка, если бы разброс после выстрела был таким, каким был до этого. Если бы остался таким же. А так, в итоге. Теперь этот классный барабан очень тяжело реализовывать. А чё, а где Е3?
Ох, как хорошо. Профессиональное атакование пошло. Лети. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он не попал, что ли? Серьезно? Как он не попал? Ну да. Без турбача, конечно, тяжеловато играть. Серьезно. Ну, хотя... Хотя ладно. Ему углом он меня мог пробить. Ну так медленно откатывает назад. Хорошо. Подождем немного. Слушайте, по ощущениям, как будто бы не стоит спешить в этом бою. Беда. А, понял. Я думал, он написал на ТТ. Это я, кривоглазый. Jestem wdzięczny. А можно было уже вернуться на самом деле давно. Я не хочу его бесплатно продавать вообще. Не хочу бесплатно продавать. Вперед. Пошло, найс. Ну как, ну что за бред? Ладно, он тоже не попал, но все равно это бред. Слушай, эта бабаха мне нравится. Как? Вы знаете, какая стоба у гриля? Отличная броня у 60 ТП. Уже близко было, нивелировал с тобой. Я еще раз повторяю.
Ты знаешь, какая стоба у гриля? Тут не важно расстояние на гриле. У нее я был. Вот мой танк, вот он, допустим. И у него круг такой же был, как мой танк, понимаешь? 49% 50 тысяч боев. Я уверен, что у него там не супер топовое оборудование стоит на гриле. Просто выехал, плюнул, не сводясь. Зашибись просто. Ну зашибись. А я ведь специально, зная, что у меня фугас, не стал сразу стрелять, потому что он был полубортом. Я бы его не пробил. Поэтому мне пришлось потратить время, чтобы подвестись хоть чуть-чуть. Вот, короче, как-то так. Отыграли сегодня 30 боев со светухой 5038. Это уже что-то похожее на то, что я хочу видеть от 60 ТП. Более-менее вот что-то похожее. Вот как-то так. Что я могу сказать? Мы сегодня отыграли 4 часа. Стрим наконец-то. Наконец-то. От и до позитивный. Не может быть такого.